Он сконцентрирован на творчестве. И живого в этом доме плоти цели. В народе известно как лосиные рога. У меня много металла, которого у меня много. Комод, стол, кресло металлические. Мне не холодно от этого. Может быть, на ощупь руки это не холодно, но фактурно для кресла мне это не холодно. Не так много. Руга – это металл, да, это руга, железо, металлы. Поэтому я люблю металл. Я люблю вот пустые рамы. Всегда же можно с самим собой поговорить, найти чем. С самим собой позаниматься, почитать, выпить вина, пойти поехать, куда-то уехать. В одиночестве.